пытками находиться среди этих туш. Я был уверен, что насыщенные жиры крайне вредны. Кстати, что это за блюдо? А это, видимо, не свиные сосиски. В мясе есть важные вещества. В мясе много белка. И витамин В12. Для меня это не еда, если в ней нет мяса. Ух ты, ничего себе. Доктор Майкл Мосли ответит на главный вопрос. Стоит ли есть мясо? На канале «Наука 2.0».